Известный шеф-повар Поль Бокюс однажды сказал: «Жизнь – это маленькая кухня, на которой мы готовим блюдо под названием счастье. На этой кухне мы сами себе шеф-повара, и только нам решать, какие ингредиенты мы будем добавлять в...» Что хочешь? Да. Делать? Да. Я. Мама!
Она маленькая курица и большая, чуть по-другому режется. Обжарить его дела туда. Ой, вкусно. Вкусно. А ну дай кусок, Магомед, ты же дай вот этот маленький. Грудинку дай мне.